Крупный природный пожар тушат в Ростовской области недалеко от города Каменска-Шахтинского. На видео, которое сняли очевидцы, настоящая стена пламени. Люди говорят, ее было видно за несколько километров. В некоторых местах огонь вплотную подобрался к автомобильной дороге. Ее заволокло дымом. Пожар, по данным МЧС, начался в одном из сел Каменского района. Там загорелся сухострой. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на деревья. Борются с огнем сейчас больше сотни спасателей. Им помогают местные жители.